23 сентября в Курганском областном культурно-выставочном центре впервые пройдет специализированная туристская выставка-ярмарка «Индустрия свободного времени». Выставка проводится при поддержке правительства Курганской области. Ее организаторы – региональное управление по физической культуре, спорту и туризму и туристский информационный центр Курганской области. Участие в выставке примут туроператоры, делегации муниципальных районов и городских округов Курганской области, государственные и муниципальные учреждения сферы туризма, экологии и культуры, а также представители туристской индустрии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Югры и Республики Казахстан. Для посетителей выставка будет работать бесплатно с 9 утра до 6 вечера. Зауральцы смогут узнать о самых интересных местах нашей области и соседних регионов с точки зрения внутреннего туризма, принять участие в мастер-классах по изготовлению сувениров и розыгрыше призов и туристических путевок. Деловая программа выставки включает в себя расширенное заседание Совета по развитию туризма в Курганской области, круглые столы и семинары по актуальным вопросам развития сферы туризма.